Новый магистральный водовод, который проложат строители, соединит Южный микрорайон и район за линией. Он пройдет по территории бывшего аэродрома и позволит решить ряд задач по развитию города. Он будет обеспечивать водой вот весь район, который находится здесь, частного сектора. Весь вот этот перспективный район застройки, вся эта территория будет застраиваться согласно проекту планировки территории. Общая протяженность водовода составит более 2,5 километров. Отсюда водовод пойдет до улицы Чкалова, через улицу Вокзальную, вот через поле. Там у нас будет врезка за Алексеевским шоссе на улице Осипенко. Будут строиться 2 врезные камеры, и уже отсюда водовод будет подключаться. После прокладки коммуникаций водой смогут пользоваться около 200 многодетных семей. К микрорайону уже подвели электричество и газ. В следующем году власти Кузнецка намерены подвести к участкам все коммуникации. Планируем в следующем году построить и довести в этот район канализационно-насосную станцию построить и напорный коллектор с улицы Октябрьской, для того, чтобы была возможность отсюда сбрасывать с этого района застройки канализационные стоки. Все запланированные работы должны завершить в срок. Необходимые материалы и ресурсы у подрядчика есть.